Великолепная труба с прорезиненным корпусом. И все это в 2023 году. Фишка его в том, что, как и предыдущий BlackBerry, его можно на магнит повесить просто так, без плюшки. Ну и, собственно говоря, голый Android, чистый. Любое приложение можно из Play Market скачать, установить. И все это будет очень даже великолепно работать с 3 гигами оперативной памяти. Вот единственное, что вторую симку, если захотите поставить, то 32 все-таки маловато. Придется сделать где-то симку и флешку. А так, любое приложение на ура. Удобная QWERTY клавиатура. Навигация и все остальное тоже работает. В общем, как-то так.